Чемпион мира по плаванию Евгений Рылов хорошо знаком поклонникам спорта Ленинского района. Недавно Евгений одержал несколько побед на чемпионате России и теперь готовится к чемпионату Европы по водным видам спорта, который пройдет в Великобритании в городе Глазго. Перед важным стартом спортсмен проходит подготовку на тренировочной базе Цахкадзоры в Армении. Перед тем, как отправиться на заключительные сборы, Евгений Рылов вместе со своим тренером Андреем Шишиным заехал в родной бассейн «Дельфин», где поделился с нами планами на грядущие соревнования. Программа «Минимум» – это лучшие свои результаты, которые я показал на России, это 100%. Не хочу обидеть никого из Европы, но хотя не знаю, может кто-то появится. Я не отрицаю этого, но пока это мне позволяет выигрывать запасы. На чемпионате Европы Евгений будет выступать на дистанциях 100 и 200 на спине. Уверенно смотреть в будущее ему позволяет блестящее выступление в этих двух дисциплинах, которые он продемонстрировал на всероссийских соревнованиях. 53-81 – это новый рекорд Европы. Напомним, что на прошлогоднем чемпионате мира, где Евгений завоевал золотую медаль, он выступал с травмой плеча. Реабилитацию спортсмен проходил в одной из немецких клиник. Тренер Евгения Андрей Шишин уверен, что этот эпизод не повлияет на дальнейшую карьеру спортсмена. После сентября у нас новый блок, новый год, и оба года они идут очень ответственные. Следующий год – чемпионат мира, и 2020 год – Олимпийские игры. То есть у нас сейчас после травмы идет все поэтапно. Сначала у нас Европа, сейчас будет в августе, потом через год мира, через год Олимпиада. Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в английском Глазго со 2 по 12 августа 2018 года. Пожелаем нашему земляку удачи!